наркоза, героина, каких-то кристаллов, экстази, амфетаминов. О, мы заебались от них отбиваться, они на каждом шагу сидят, эти обезьяны с мешками. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Всем привет! Сегодня начало нового хорошего дня. Была веселая поездочка на спидботе. Мне очень понравилось. 6 моторов по 250 лошадей несли нас сквозь волны, как дрожь сквозь масло. Ребят, честно, сейчас, кстати, Артем снимает. Так что это ему респект. И лайкосы огромные. Давай, Артем, покажи себе. Ну, вообще сам остров сильно грязный, весь разбитый. Ну, водичка, конечно, здесь огонь. Сейчас попробуем где-нибудь присесть, где лизачки, и оценим все сполна там. Ну, тут вот, что Андрюха, что тёлки полубовые ходят. Да. Коктейльчик взять? Какой коктейльчик ты хочешь? Я-то не хочу, я говорю, ты хочешь коктейльчик себе взять? А я очень не знаю, не говорю. Поколаем. Попробуем сейчас закануться. Ребята, так сказать, morning. Мы находимся в Ростаманской деревне. Да, вчерашний день был относительно потерян, но было столько всего смешного. Было столько всего жестокого. Короче, я остров этот посоветую только для наркоманов. Даже не для алкоголиков, а только, наверное, для наркоманов. Это было жесть. Да нет, но не только для наркоманов. Здесь народ так тусит. Приезжают люди в возрасте посмотреть на все. Но дико, когда тебе ночью в темном переулке подбегает с мешком наркоты. И что тебе надо? Травмы, кокосы, героины. Экстази, амфетаминов. Мы заебались от них отбиваться. Они на каждом шагу сидят, эти обезьяны с мешками, да, бегают и все тебе предлагают. Захотел я вчера попить что-нибудь безалкогольного в баре, подхожу. Да дайте мне что-нибудь безалкогольного. Они говорят, кофе? Я говорю, нет, не хочу кофе. Может быть, джуз, еще что-то. Я говорю, коктейль с грибами, но на алкоголе, бля. Короче, вообще, по сути, это было весело, но единственное, что везде, короче, нужно держать свой мешок рядышком с собой, бля. И очень бдительным, темные переулки, разбитые улочки. Короче, везде это норовят тебя это ограбить. И, кстати, даже в магазине, короче, они накуренные, они не поняли, короче, да. Вроде цена такая, ей даешь, а она не понимает. Она просто не понимает. Я говорю, ты дура совсем, блин. Ты вообще не понимаешь, что ты мне показал эту цену. Я даю тебе ту же самую цену, те же 105, короче. Это было жесть. Деревня Ростаманов выглядит примерно так. Ну, в смысле, не примерно, а как оно есть. Это лого пиратов, нам вообще в какой-то, мы в такой глуши, короче, это остров Травалган. Это жесть. Одни наркоманы. Я вообще на самом деле в шоке. Кстати, видео назовут «Деревня наркоманов». Я думаю, оно так оно и есть. Да пипец, что творится ночью. Ну, мы все-таки поменяли билеты, и выезжаем сегодня. Я не хочу тут больше оставаться. Мне не совсем комфортно.
Да, конечно, тут можно посидеть на стульчиках около бара. Так, бара, так как АО нету. После бармена. Че, скажем, спасибо этому дому, да? What? Thank you, this house. Yes? This good house. Yes? Good house. Смотри, какая красивая, beautiful lady. Yeah. Very good. Давайте, bye. Вот. Тебе вообще понравилось? Тут вообще прикольно, своеобразно. Ну, такая деревушка, на самом деле, вот непонятная. Вот, знаете, вот... Такой, не с чем сравнивать, такой, да? Такой реально пиратский оазис посреди... океана, да. Да. Ну, пиратский... Растамана пиратский. Короче. Здесь все хватает, да. Здесь... Кроме меня. Мало ли, кроме меня. Добро пожаловать. Короче, мы уже учимся русскому языку. Repeat now. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Yes. Пожаловать. Да, yes. Пожаловать. 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 Yeah. Right. Yep. Тебе все реально спасибо этому дому, но он, конечно, очень жестокий. Улочки. Я вам сейчас с Артемом переведу чуть-чуть. Вот сюда. Это все, что находится за стенами отеля. Короче. Вот такой вот забор кованый, да, с коваными изделиями. Да. Здесь все катаются на велосипедах, здесь ни одного автомобиля нет, ни одного этого байка нету. Короче, тут полный огонь. Горячая вода, металлический трубка течет. О, мой френд. Ребят, тут только похолодник нужен. Похолодник. О, чикены. Такое ощущение, что мы находимся то ли на стройке, то ли в каких-то трущобах. Стоит выйти только за стены отеля. Козы, ребят, козы не траву жрут. Станция шиномонтажа, пожалуйста, наладить байки. Не байки. Вот это единственный байк, наверное, сохранившийся. Электроцикл. Электроцикл. Они переделаны от аккумулятора. Таким макаром. Простой байк переделан от аккумулятора. Чтобы не надо было крутить педали. Есть вот такие вот шикарные отельчики. Конкретно дворик. Все жестоко. Отправляемся через час с копейками. С этого места. Такой вот здесь местный порт. Траволган. Да? Там менты сидят. Я им пиво показал. Они довольны были. Че, давайте посмотрим, что тут есть. Конечно, Артем пришел. Все свои дела сделал. Он болит. Единственное, что нигде солнца сейчас нет. Но там есть такой еще никакого. Траванган. Вот на тот. Остров Растаманов. Алкоголиков. Наркотикозависимости. Конкретно люди. Жесть. Я очень в шоке, на самом деле. Да. Вот прибыла вторая партия сегодня уже желающих убиться.
Они уже приехали, заряд хлопают в ладоши. Сегодня вечером половина будет валяться, обожравшись грибов. Это ужас, ребят, на самом деле. Траванган. А слово трава. Хера, там вспышка, что ли, была от вулкана? Какого-то мелкого, нет? You have beer? You have cold beer? Yeah, have cold beer. Вот. Все ребятишки поплыли, мы с Травангана. Давай. Седан, босс. Андрюша уже с утра парит в цветастой рубахе с пивасиком. Мало пивас! Ты держись, лучше сядь. Ребята, в общем, мы поперли. Причалили на какой-то гиди город и, короче, средний, нет, крайний остров. Сейчас это будем людей пассажирить. Ага. Небольшая остановочка на Ламбоке. Что, ребят, доставка нас с Убуда до острова Траванган и обратно на катере обошлась нам по 1500 рублей, ну 1400 где-то, это по 300 тысяч местных денег. Thank you.
огонь. Полный огонь. Или вообще полный пивас, так сказать. Тебе понравилось? Что? Понравился вот. Нас уже встречает, Андрюх. Hello! Yeah! Помнишь, капитан? Ребят, если что, короче, обращайся к вот этому человеку, вот и его контора, вот нам. Каруня Джая. My name Jojo. Каруня Джая. The best. My friend Андрей. Обратня, 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 обратня. Павел Пипец, питом кали, любя, камуан. Ну что, мы отправились? Да, нормально. Ребят, огончик, почти все. Так руку сюда некуда ставить, я не знаю. Смотрите, здесь. Она до конца не пускается, газелька. Ну, местная газелька. Смотри, Бали вообще другая тема. Там сразу как будто... Абсолютно. Абсолютно сразу другая тема. Очень хорошая дорога, когда жарко, ты едешь все время в тенечке, потому что деревья нависают над тобой, как арка. Едешь по прохладе. Кругом живописные места, банановые пальмы, кокосовые, выращивают рис. Чем ближе подъезжаешь к городу, тем трафик усиливается. Мини-футбольная команда, короче, собирается. Спорт не особо в почете, да? Да, спорт не особо в почете, но у нас сами просто мало центров спорта. Никто не привлекает по спорту. Очень мало народу ходит в залы, чтобы подкачаться. Мы вернулись. Вот отель. Какая-то рамбель. Мы в обуте вернулись. Стали огонь. Портим огонь в Турции, ребят. Да, это еще не все. Я что-то... Три блюда заказал. Вообще огонь. Причем бекончики, да, овощи, огончики. Мы сождем тесили покушать и... В общем... Больше ничего, даже вилка в руках не держится, короче. Три яичницы осталось, две я съел. Сейчас с Артем там принесут какую-то хомячку. В общем, это... И домой спать. Ну, в смысле, домой в отель. Короче, огонь. Давайте, да? Где-то ну что, Артем, лайкос, да? Заряжаем, да, лайкос. Мы уже на самом деле мы не пьяны, но просто от усталости выпили. Подписывайтесь на канал, ребят, колокольчик не забывайте. Всем на свете.